А в Сургутском районе говорят о наступающих холодах. Здесь общественники оценили готовность к зиме. Причем речь не только непосредственно об отоплении. Говорили также о защите объектов тепловой инфраструктуры от действий злоумышленников. Впрочем, в вопросах безопасности коснулись как котельных, которые должны быть как минимум огорожены заборами, так и других объектов общественного пользования. О проделанной работе отчитались коммунальщики муниципалитета. Подробнее в сюжете. Здесь у нас будет глухой профлист сверху, колючка и газа. Глухой забор с колючей проволокой. Районные коммунальщики обсуждают ограждение котельной в поселке Солнечном, которое необходимо для защиты от злоумышленников. Оно уже давно должно было появиться, но до сих пор не установлено. Впрочем, дело тут не в происках каких-либо запрещенных организаций. Были, конечно же, у нас проблемы с подрядной организацией, видимо, с поставкой материала. Да? Своевременная. Вот. Поэтому сегодня мы уже приступили к работам. Срок окончания, когда? С учетом того, что мы загоняем. В течение месяца. В Сургутском районе готовятся ко дню знаний и проведению выборов в сентябре. По словам коммунальщиков, чтобы торжественные линейки и голосование прошли без происшествий, избирательные участки и школы оборудованы камерами наблюдения, ограждениями, тревожными кнопками и прочими атрибутами системы безопасности. Касается это и объектов жизнеобеспечения в поселениях. Организованы профилактические обходы подведомственных объектов, в том числе прилегающих территорий, на предмет обнаружения посторонних предметов, несанкционированного проникновения и соблюдения требований пожарной безопасности. Также проведены осмотры сетей газораспределения. Коммунальные объекты в поселках, по мнению районных властей, готовы к отопительному сезону на 80%. То же самое можно сказать про социалку и жилфонд. Что касается готовности жилфонда, до 1 сентября у нас срок получения паспортов готовности на сегодняшний момент это 85%. До 1 сентября в первую очередь все объекты соцкультбыта должны были получить объекты готовности, паспорта готовности. Они получены сегодня 100%. Подготовку коммуналки к работе в холодный сезон в районе контролируют и общественники. Активисты оценили положение дел в муниципалитете. Сургутский район, я скажу по тем данным, которые, так сказать, мы располагаем, он находится в числе передовых. Поэтому мы надеемся, что Сургутский район будет также, так сказать, положительных муниципальных образований, которые переживут эту зиму без всяких таких отрицательных моментов. Однако специалисты сошлись во мнении, что реальную оценку готовности района к отопительному сезону все же поставит мороз. Число происшествий на коммунальных объектах в поселках снижается в связи с ежегодным обновлением инфраструктуры, но до идеального состояния ей еще далеко. А от выхода из строя устаревшего оборудования при резких перепадах температуры воздуха никто не застрахован.